Добрый вечер. В некотором царстве, в некотором государстве, а конкретнее Москва. Станция метро Таганская, Кольцевая, улица Гончарная, набережная 3, строение 5. Подъезд с вывеской Рамона. Интернет-магазин елочных игрушек, который работает круглый год. Летом я уже снимала здесь. Давайте посмотрим на сегодняшний день, что интересного. Кто смотрит мои видео, знает, что снимаю на выставках тоже. На выставках елочных игрушек, которые представляют частные мастерские, предприятия, поставщики. Что интересно, в этом магазине я увидела игрушки почти всех участников выставки в гостином дворе. Здесь найдут свою игрушку и уже искушенные коллекционеры, и те, которые только начали собирать свою коллекцию. Всегда хотелось рассмотреть этого дракона в подробностях. Здесь я его рассматривала со всех сторон. Роскошная игрушка. Эти шары снимала на выставке. Не ожидала их здесь увидеть. Это авторские работы.
Есть подарочные варианты игрушек и наборов. Если вы покупаете игрушки поштучно и набралось несколько, вам обязательно это упакуют. Да еще в какие коробки? Таких коробок я не видела нигде. Волшебных сундуков здесь много. Некоторые даже с музыкой. Доставка по всей России и некоторые страны СНГ. В Белоруссию без проблем. Пишите, звоните, заказывайте. Кружится снежинок, хоровод. На часах старинных полночь бьет. И зима раскрасит небосвод белой краской. Кто-то постучится за окном. Елка загорится волшебством. И преобразится все кругом зимней сказкой. И поднимется завеса, и снегурочка из леса, словно снежная принцесса поплывет. И примчится птица тройка, и детей сбежится столько, и случится это только Новый год.
Ой, хорош, царь так царь. Захотела снять эти игрушки поближе, но не получилось. Камера не смогла передать той красоты. Они очень красивые. Их, конечно, лучше взять в паре. Снегурку на месяце и Мороза Ивановича. И, скорее всего, это и есть парная игрушка. Но Мороз Иванович, он настоящий. С ледяным посохом и роскошной шубе. Богатейшая шуба. Вы посмотрите, как она украшена. И пиратские корабли. Я, конечно, не разбираюсь в парусниках, но они очень красивые. Паруса прозрачные. Вы где-нибудь видели прозрачные паруса? Thank you.
Палехская роспись. Папье-маше стекло. Забыть. Ведь бывают маленькими даже слоники, а
Гирлянды на ленточке из флажков, прямо как в детстве. Ссылка на сайт магазина будет под видео в описании. Вас здесь ждут и вам здесь рады. В подарок каждому покупателю ретро-открытка «Ностальгия». А я благодарю вас за просмотр. Всего вам самого-самого доброго. И огромное вам спасибо за внимание к моим видео.